Для всех постояльцев стены якутского дома-интерната заменили родные. Здесь проживает более сотни пожилых людей, каждый из которых оказался тут по своей особой причине. И все же объединяет всех их одно. Их приютили в гостеприимном и уютном доме. Сегодня якутский дом-интернат отмечает свое 25-летие. Дорогих, уважаемых коллег, работников дома-интерната и наших старших товарищей, проживающих в доме-интернате, я поздравляю с этим юбилеем, первым официальным юбилеем. Я думаю, что с каждым годом пусть у них жизнь становится лучше, материально-техническое обеспечение еще лучше. Но я думаю, что под руководством такого человека, как Иннокентий Иннокентьевич Дегтярев, я думаю, что все эти задачи будут реализованы. Еще раз с праздником. Сотрудники дома-интерната посвятили свою жизнь помощи пожилым людям. Для одиноких жителей республики они стали по-настоящему родными и близкими. В этот торжественный день коллектив и жители интерната принимали многочисленные поздравления. За добросовестный труд и любовь к своему делу работникам дома-интерната вручили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки. Этот юбилейный вечер стал выражением признательности и уважения руководству и работникам интерната, для которых забота, чуткость и сострадание не просто слова, а жизненный и профессиональный принцип. Сегодня нашему дому-интернату исполняется 25 лет. Ну вот как последнее время вот забота о стариках, о инвалидах уделяется очень большое внимание правительства и наше министерство перед нами ставит очень огромные задачи. Мы вот стараемся выполнять эти задачи. Сегодня в нашем доме-интернате работает 101 человек, проживает 178 человек. Ну вот этот праздничный день я могу с уверенностью сказать, что коллектив нашего дома-интерната выполняет поставленные перед нами задачи. И на сегодня мы очень рады, что наши сотрудники в этот юбилейный день получили достойные награды. Вот врач наша получила отличник социальной службы, две медсестры получили отличника здравоохранения, почетные грамоты министерства, поздравительные награды, благодарственные письмо Илтумяна и другие. Ну, мы желаем в дальнейшем работать плодотворно. И я вот в связи с этим праздником поздравляю свой коллектив и желаю им достойно встретить этот праздничный день. 25 лет для человека – это начало взрослой жизни, полной надежд и амбиций. А для учреждения – это новый виток во времени, период подвести не только итоги работы, но и наметить новые планы на последующие десятилетия. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, ЕСЯ.